Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по Star Conflict. Ну что ж, друзья, я думаю, сразу начнем. Сегодня у нас необычная будет серия, будет не PvP, а PvE попробуем, то есть миссии. И, собственно, я решил выбрать миссию «Огневая поддержка», друзья. Давайте начнем сразу поиск миссии. Ну и, собственно, что ж сказать, будет первая моя миссия в Star Conflict, на самом деле, потому что я, кроме PvP, ничего не играл, но мне сказали, что это очень-очень интересно, очень круто, и поэтому, друзья, мы сегодня обязательно должны это заценить. Вот, а я также, ребят, хочу сразу в самом начале сказать, что, в принципе, если кто уже хочет начать играть, вы можете это легко, в принципе, сделать, зарегистрироваться по ссылочке в описании, начать уже сразу, так скажем, ну, не мягко говоря, сразу ебашить, друзья. Тем более при регистрации, да, по ссылочке вы можете получить еще и бонусы, очень неплохие, так что, друзья... Можете уже, вот, в принципе, начинать, если хотите. Ну что ж, пока у нас идет поиск миссии, я думаю, что мы-то как бы это самое. Уйдем на паузу, чтобы время-то не тянуть, чтобы самое сладенькое оставить только в этой серии. Так что да. Итак, друзья, огневая поддержка, собственно, все найдено. Значит, нас четверо, мы должны сейчас, я так понимаю, оборона сектора, уничтожить все корабли противника. Итак, я думаю, что для начала мы вообще, конечно, мой фаворит, это вот этот вот дальнобойный фрегат. Так. Ага, понял. Так, ну тогда берем ГОСТ, да, я думаю, по классике попробуем. Значит, у нас, давайте быстренько повторим все. На F это форсирование систем корабля, на единичку это хилится, и на двоечку это у нас критический урон. Так что все, в принципе, понятно. Фух, поехали. Значит, что мы должны? Дождать прорвать оборону противника и нанять боевые позиции, враг уже на подходе. Окей. Ух, ебать, как красиво-то все, ребят. Реально красиво. Так, а вот, собственно, наши враги, которые сейчас у нас будут немножко огребать. Уже, собственно, что и происходит. Слушайте, реально. Я, правда, запустил ракету, не знаю зачем. Отбиваемся от врагов. Так. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас... Немножко ускоримся. И сейчас, так, битва закончилась. Отлично, это было изи, это было весьма изи. Но моя задача еще не только просто, знаете, сегодня... Оу. Так, а давайте-ка мы, знаете, что включим? Крит. Вот это нам сейчас точно не помешает. Моя задача еще сегодня, друзья, конечно же, быть одним из первых среди своих чуваков всех, потому что хотелось бы, однако, да. Так, что у нас тут все? Никого нету? Вроде никого. Отлично. Ждем новый... Оу. В конце, кстати, друзья-то будет, знаете кто? Босс. Это, черт возьми, уже... Так, подождите, на меня, по-моему, наводится... Это свой или не свой? Ебать, а что он тут делает? Черепаха. Черепаха чуть ко мне уже не... О, майн гад. Так, друзья. Вроде пока все нормально. Так, что у нас дальше тут? Снайпер. Снайпер там вдалеке. Давайте к нему подлетим. Включим крит. И... Так, ладно, крит нам не понадобился. Все, никто не кружится вокруг меня. А то сейчас опять какие-нибудь черепахи засядут тут. Такого нам не надо. Подождите, кто-то появился. Снизу, что ли? Где? Вон кто-то есть. Снайпер, а не, он там далеко. Тут у нас подбиты все. Слушайте, красотень-то какая, а? Серьезно. Вот тут кто-то есть. Здорово, ребятки! Опять снайпера там вдалеке. Кто-то меня не успевает даже на меня наводиться, они на самом деле. Так, ладно, ускоримся, наши уже там. Фух, лава какая-то. Да, довольно красиво. Так, что, куда дальше? Куда? Оу. Битва закончена. Один оставался, этот толстый у нас снайпер, которого что-то никто не заметил. Так, ну пока неплохо идем. Что за... Ебать, там бегают какие-то пришельцы. Начинается новая волна. О майн гад. Окей, без проблем вообще. Летим к ним. Ой, включаю крит, друзья. О-о-о. Чуваки, здорово, черепахи. Сейчас мы их всех... Блин, у черепах этих, этот щит, на самом деле, это не проблема совсем. Просто сбоку их мочим и все. Ай, кто-то в меня попадает. Блять. Ой, отстань от меня. Ой, я сваливаю. Подожди. Что-то я с тобой не хочу так бодаться. Пожалуй, я похилюсь, но я, правда, не знаю, у меня хп вроде нормально. Так, слышь, черепаха, блять. Да что ж ты ко мне щитом-то поворачиваешься? Так, подождите, надо немножко ускориться. О! Воу. Минус один. Тут еще тоже. Слушайте, вот это мясо, а? Вот это мясо, на самом деле. Интересно, что с боссом будет? Там вообще говорят, он какой-то адский. Так, все. Вот тут кто-то остался. Вон он. Командир, блин.
Командир, иди сюда. Потихонечку мы тебя пробиваем, командир. Все, минус командир. Фух, битва закончилась. Ну что ж, сейчас у нас будет, я так понимаю, еще одна волна или уже... Так, у нас хилимся немножко. Начинается новая битва. Опа. Оу. Ребят, у меня такое ощущение, что... Знаете, в чем прикол весь? В том, что... Так, сейчас я крит рублю. Отлично. Сейчас мы всех тут повыносим. Я так понимаю, это и есть босс, что ли, уже? Не рано? Оу, май гад! Ебать, он меня... Это или свой в меня попал, что-то не понял. Так, подождите. Сейчас... Оу! Полегче! Полегче, пожалуйста. Так, друзья, знаете, надо было, наверное, со своим держаться. Чуваки. Подождите. Я сейчас соображу. Сейчас все будет. Ебать, он херачит меня! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Тихо, у меня аж подлагивает что-то. Так, тихонько. Тихонько, черт возьми. Крейсер 40 хп у него. Да, это походу бот. Ой, фу, бот. Босс. Так, друзья. Я помогу. Я, черт возьми, да ебашим его. Пофиг на него. Давайте, все, херачим туда ему. Чуть-чуть осталось. 6%. Я сейчас сдохну. Ебать я. О-о-о. Вот это было жестко, ребят. Это, вот согласитесь, это было реально мяско. Вот это было мяско. Фух, на каком я месте, интересно? Ой, что у нас такое? Опа. Так, я не знаю, вот это я хочу подтвердить. Вот это открываем. И вот это открываем. Фух, слушайте, ну на самом деле круто. На самом деле реально круто. А еще, фига себе, сколько тут дают. Я уж привык, что по 3. Фух. Ну что там, среди всех наших, как я там себя провел. Ага, второе место, друзья. 19 я сбил. 4 помощи всего лишь. Первый чувак вообще, смотрите, всем помог. И сбил 20-ку. Нормальный чувак так тоже постарался. Так, а если нажму в бой, то мы сейчас какой пойдем бой? Давайте нажмем в бой. Я просто на самом деле не знаю, сейчас продолжение миссии будет. Или же эта миссия полностью окончена. Просто я эту систему всей не знаю. Сейчас посмотрим. Так, а так, чуваки, у нас еще 16 сбил. Один, другой 11 сбил. Но у меня ассистов не особо много почему-то. Вообще интересно, как чувак на первом месте на самом деле. Блин, это... А что это такое у них? Что это, типа, похвалить их? Можно. Я всех похвалю, если это то, о чем я думаю. Как чувак 19 сделал ассистов? Это же он, получается, вообще по всем попадал, просто не всех выносил. И на самом деле это... мне даже реально интересно просто, как это произошло. 478 очков у него, 372. Ну, на самом деле очков что-то у меня немного. То есть меня почти этот чувак обогнал. Ну, в принципе, второе место для первой моей миссии, я считаю, что это даже очень ничего. А так, конечно, коротко. Если сейчас продолжения не будет, я бы хотел побольше миссию-то. Ну, или сейчас следующую в любом случае пойдем. А так, конечно, круто. Так, ладно, давайте сейчас разберемся, что тут будет, и продолжим. Так, друзья, ну что ж, мы продолжаем. Собственно, я уже с новыми ребятами и снова... Так, ага. Тут у нас... Я что-то пока не пойму, на самом деле, это та же миссия или не та же. Так, слушайте, налетчики всякие. Хорошо, что хоть не черепахи. Ага, все, это не мой уже. Окей, едем дальше. Фигарим. Так, снайпер. Слушайте, ну он сейчас... У нас сейчас снайпер, что ли, в команде есть? Фига себе, у нас, походу, есть. Он такого вынес просто грамотно. Так, летим дальше. Это вроде другая миссия-то, на самом деле. То есть, я что-то не вижу. Так, крит рублю. Ага. Минус. Давайте. Фигарим. Отлично. Еще один. Хотя бы хелпуху, чтобы не засчитали. Ну, вроде помощь огнем. Блин, ну это же мой чувак был, черт возьми. Почему мне его не засчитали? Текс. Подождите, или это все та же миссия началась у нас? Ну, в любом случае, мы сейчас ее... Давайте еще раз пройдем. Черепахи, блядские, а? Кто-нибудь помогите. Да что, какая тут помощь? Тут изи вообще. Черепахи все мои. Отлично. Так, это снайпера фигарят, походу. О, снизу кто-то есть. Так. Отлично. Так, едем дальше. Можно теперь, в принципе, включить крит и зафигарить вот отсюда их. Оп, черепашки, а? Черепашки-ниндзя, блин. Сейчас, слушайте, на самом деле миссия... Прикол в том, что, ну, по-моему, это все та же самая. Но... Такое ощущение, что что-то по-другому, на самом деле. Да нет, хотя я такого не помню. Либо я не все облетел,
Но в любом случае, даже если та же самая, я нифига не пожалею, потому что мне очень понравилось. Отлично. Так, вот тут какие-то хрени. Снайпера, блядские. Хотя нет, самые ужасные это черепахи вот эти. А, нет, все-таки это та же, по-моему, карта. Но все равно. Сейчас перепройдем, может, первое место займем. Вообще будет классно. Так, включаю я криты и... О, да, детка. О, да, детка, все мои. Все мои, черт возьми. Все? Битва закончилась. Давайте, ждем новую волну. Она, кстати, будет там, поэтому... Должна быть тут, точнее. Да. Здорово, пацаны. Сейчас мы пришли, чтобы вас отыметь. Отыметь, подрывники. Идите ко мне, миленькие мои. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Почти, почти, почти мой. Или нет, помощь огнем только. О, какое тут мясо. Ебать, сколько... Ом, хрена себе. Что за хрена... А это что за мясо тут? Ребят, такого не было. Я точно не пожалел, что начал во второй раз. Тут просто какое-то... Я не знаю, что происходит на самом деле. Такое ощущение, что либо сложнее стала та же миссия, либо еще что-то. Но их, во-первых, больше. Во-вторых, такое ощущение, что я всех просто повыносил. Просто уже никого не осталось на самом деле. Да ёпта, он с своим щитом. Отлично. Отлично, отлично. Все? Отлично. У нас чувак погиб? Да ладно, он что, гонит, что ли? Реально, чувак погиб у нас. Мы втроем остались. Так, я... Блять. Я ж знал, что он тут появится. Тра-та-та, тра-та-та-да. Чувак, не надо. Вот отсюда. О, ой-ой-ой, назад-назад сдаю, пока он не начал меня фигарить. Ой, блядь, он уже фигарит меня. Ой-ой-ой-ой-ой, быстренько за стеночку. Здрасте. И теперь мы сейчас его будем фигарить. Отсюда мы его будем фигарить. А если вот отсюда его... Слушайте, смотрите, турели есть. Как это мило. Как это мило. Ой! Ой-ой-ой. Он мне все равно попадает... Кто-то заспаунился? Я мне показалось. Так, ладно. Так, ладно. Двигатели. На-ла-ла. Мне кажется, это самое сладенькое место. Только единственное, только меня здесь все равно фигарят. А вот здесь нет. А вот здесь да. Так, что там у нас? Уху-ху-ху-ху. Интересно, те чуваки вообще мочат его или нет? Я не понимаю. Так, тихо. Ой, блядь! Сверху вот эти хуйни. Нет, походу это бесполезно. Надо в двигатели стрелять. Друзья, мы с чуваком вдвоем остались. Смогу ли я просто затащить миссию? Так, тихо, тихо. Крит включаем и начинаем стрелять по двигателям. Пожалуйста, пожалуйста. Двигатель почти вынес. Ну, есть. Двигатель уничтожен. Еще один фигарю. Блин, на самом деле я не понимаю, куда ему стрелять именно надо. Я не достреливаю, что ли? Да нет, вроде достреливаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуй, надо похилиться. Хотя, с другой стороны, вроде хп много. Двигатель уничтожен. Отлично. Так, куда еще можно? Еще один двигатель. Друзья. Фигарим. Фигарим в него просто. Есть. Куда ему еще можно? Туда? Скажите, нет, туда нельзя. Стоп, у него 45 хп, с какой стороны его еще мочить? Ебать! Больно! Чувак дохнет! Ты что там, чувак, вообще фигаришь его? От... Ракетные установки. Ракетные установки. Пожалуй, надо... Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, если мы завалим эту миссию... Ой. Подождите, мне это не нравится. Фу-фу-фу, ой-ой-ой. Так. Есть. Ракетная. Ой, фигарим просто со всех сторон. Ребят, это потно. Это потно что-то в этот раз. Пока хп есть, конечно, но... Фишка в другом. Фишка в том... Блять, это нереально просто что-то. Меня сейчас, по-моему, убьют. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу дохнуть. Не хочу дохнуть. Не хочу дохнуть. Нет! Пожалуйста. Пожалуйста, не попадай в меня. ХП нету совсем, блядь. Ай, нитро кончилось, ребята. Ой. Прячься. 17 хп. Так, ладно. Хилку сейчас восстановим. Тихо, тихо, тихо. Тихо. О, а тут сладенько. Ой, блядь. Ребят. А, хуйня. Мне пизда. Есть. Красавчики, мы просто чуваком зато... Как, если я сейчас на первом месте, это просто жесткач. Сколько очков я набрал, друзья? По-моему, вообще просто очень-очень круто сейчас было. Мне очень понравилось. Так. Фух, жесть. Я так сейчас потел, это просто жесть на самом деле. Серьезно, я вам отвечаю.
Поиск ценностей завершен. Итак, теперь момент истины. Что ж там по очкам-то у нас? Ох, черт возьми. Просто с чуваком отдувались за всех, за четверых. 42 сбита, 8 помощи. У чувака 44 помощи. Я вообще, походу, не помогал. Я не понимаю, на самом деле, как ассисты здесь считаются. Но факт в том, что я на первом месте, и это очень круто, на самом деле. Друзья, на самом деле впечатления очень крутые, серьезно. Я опять залипаю на этих танцующих чувачков, потому что они реально жгут просто на Новый год. Реально, ощущения очень крутые, то есть в миссиях я бы даже чаще гонял, нежели в PvP, потому что тут своеобразная такая хрень, что, видите, есть боссы, все очень красочно и на самом деле очень прикольно, поэтому на самом деле пишите ваше мнение в комментарии, если хотите, в следующей серии мы еще раз попробуем какую-нибудь миссию или даже несколько разных, а тут мы одну попробовали, зато она того стоила, потому что во второй раз у нас, во-первых, в команде было двое каких-то нубаков, а во-вторых, как будто все было сложнее и более мясо как-то было, реально. Вот, я там еще уверен, точнее не уверен, а знаю точно, еще есть куча миссий. И в принципе они скорее всего такие же интересные и можно будет попробовать. Вот по приколу, например, на другом корабле или еще чего-нибудь. Поэтому на самом деле вот так вот. Пишите обязательно ваше мнение в комментарии. А я напоминаю, друзья, что по ссылочке в описании вы можете зарегистрироваться и получить бонусы при регистрации. Вот. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась серия. Я думаю, что эта серия по любасу заслуживает лосика, потому что реально у нас было просто мясо. Просто вот, просто мясо, вот серьезно. Мяснее уже, наверное, некуда. Хотя посмотрим. Вот. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Комментируйте, оценивайте. Пока-пока, друзья.